великому сожалению, никто из нас так и не понял истину. Борьба за свободу всегда трагична. За нашу знаменитость, за нашего самого молодого доктора, за талантливого ученого Ермукана Бекмаханова. Друзья, коллеги! Друзей у тебя тут не так уж и много. И если бы не Москва и Панкратова, сожрали бы тебя тут с потрохами и глазом бы не моргнули. Какую цель преследовал Кенесары? Восстановление ханства своего деда Аблайхана! Аблай! Я ваш следователь. Меня зовут Балатбек Бучин. Когда вы приходите к нам в гости, и первое слово, которое я хотел бы услышать из ваших уст, это «Мир вашему дому». Что-то происходит с нашей памятью. Истинная история стучится в наши двери. А мы... Я же говорил, что он волк в овечьей шкуре! Наш отец – Сталин. Ясно! Вот моя душа. Вот моя голова.